Всем привет! Настало время покопаться в моем шкафу. Здесь хранятся все мои рукодельные запасы и все, что связано с вышивкой. Поэтому давайте без лишних вступлений приступим. Откуда пойдем? Снизу или сверху? Но так как вы не можете мне ответить, пойдем сверху. Здесь, возможно, вы видите там издалека, у меня лежат коробки, в которых хранятся нитки. Нитки DMC и не только. Давайте начнем с этой коробки. Эту коробку мне подарил Ян. Это был самый первый подарок в наших отношениях. Моя любимая коробка, которую я никому никогда не отдам. В ней лежат предназначенные не совсем для вышивки вещи, различные бантики, подарки от друзей, пластиковая канва, которую я никак не могу никуда применить, потому что не могу найти подходящий по размеру сюжет. В этом мешочке находятся ленточки, собранные с разных мероприятий, типа свадеб, выпускных и всего подобного. В этой коробке лежат вещи, которые нельзя выбрасывать, потому что они содержат память о событиях, которые важны, поэтому они хранятся здесь, в самой красивой коробке. Итак, переходим к следующей коробке. Она немного пошарканная. Если вы могли заметить, то мои коробки не оформлены как-то красиво. Они не оклеены красивой бумагой и не покрашены в какой-то красивый цвет. Дело в том, что на тот момент, когда я создавала свой шкаф, когда я раскладывала все вещи по своим местам, моей целью было разложить все удобно и чтобы нигде ничего не валялось и не болталось. Красота коробок ушла на второй план. Но мне совершенно спокойно живется и с такими коробками. Они крепкие, довольно аккуратные. Что еще нужно? Перейдем к содержанию. Что же мы здесь видим? Во-первых, это нитки ПНК имени Кирова. Здесь не хватает белого цвета. Я его вытащила для использования в одном из процессов. Мне не понравилось работать с этими нитками. Они мне показались более тонкими, чем DMC. Чаще путаются. И вообще, впечатления остались не самые хорошие. Дальше идет коробка, в которой лежат нитки Риолис. На этих нитках я тренировалась наматывать нитки на бобинки на моте. Я не знаю, от какого набора это нитки, просто нитки Риолис. Уже сложно вспомнить, откуда они у меня. Эту коробку я сделала для использования видео о travel. Это было небольшое видео путешествие. Я вышивала сюжет под названием travel и фиксировала в видео от первого лица всю эту историю. Эта коробочка использовалась там, поэтому она мне важна, во-первых, как память, несмотря на то, что она такая тоже самодельная, простенькая. Далее здесь лежит краска по ткани. Я ее использовала для окрашивания канвы, которую я вам чуть попозже покажу. Также здесь лежат еще одни нитки Риолис, уже как хлопковые, так и шерстяные. Я так до сих пор их и не попробовала, но мне по-прежнему интересно, и я ищу тот сюжет, куда бы я могла их применить. Также у меня тут лежат несколько штук ниток Анкор, тоже купленные для пробы. Надеюсь, это когда-нибудь случится. Небольшое количество ниток Мадейра. Редко можно встретить схему, в которой бы использовались нитки Мадейра, поэтому они для меня не очень актуальны. Органайзер Дубко, который я безжалостно разрезала на несколько частей. Если честно, я уже даже не помню, зачем мне это было нужно. Здесь висят нитки, которые я использовала в эксперименте с бобинами. Далее идет пучок ниток, просто всех подряд. На самом деле это нитки, которые остаются у меня от процессов. Такой длины, которую уже не намотаешь на бобинки. И уже сложно определить, где какой цвет, поэтому я их просто собираю в общую кучку, так сказать. Здесь есть все и DMC, и ПНК, и все на свете, все, что я пробовала. Сейчас смотрю и думаю, что их можно использовать для создания атмосферы, для антуража в каком-нибудь видео или фотографии, потому что они выглядят довольно красиво. Также здесь у меня лежит резинка от боковой натяжки канвы производителя Серега Мастер. Мне не понравились сами крепления, которые держат канву. Они настолько острые, что они ее протыкают, а иногда даже рвут. Поэтому я бы не советовала вам покупать боковую натяжку от Сереги Мастера, хотя сейчас уже, возможно, все поменялось. Но, насколько я помню, боковая натяжка от Дубко более щадящая. В следующей коробке у нас лежат нитки DMC.
В этот раз уже все аккуратно, все нитки разложены по пакетам. Нитки внутри пакета лежат по порядку, но пакеты между собой могут лежать не по порядку, но я старалась разложить их правильно. Просто периодически я их достаю, они могут быть перепутаны. Вот здесь, например, нитки на 300 и 400, далее идут нитки на 500, 600, 700, 900 и далее уже пошли четырехзначные числа. Также здесь у меня есть нитки, перемотанные на бобинки. Нитки перемотаны с целых мотков, то есть от них ничего не отрезано. Я думала, что мне так будет удобнее хранить, но все-таки, когда они лежат в моточках, не перемотанные на бобинки, они занимают меньше места. Все-таки для бобинок нужно найти подходящую коробку, и в этой коробке поместится намного меньше ниток, чем если бы они лежали в мотке. Некоторых цветов у меня очень много, по 5-10 штук. Это связано с тем, что все эти нитки покупались для комплектации наборов. И все, что я вам сейчас показываю, это то, что осталось. Некоторые цвета я купила в бобинах, в которых 2000 метров, поэтому нитки в мотках я не использовала, а от комплектации некоторых наборов я вообще отказалась, поэтому такое количество ниток у меня и осталось. В следующей коробке у меня тоже лежат нитки DMC, но уже в более хаотичном порядке. Например, в этом пакете лежат нитки, которые я покупала уже после массовой закупки ниток и могла от них что-то отрезать, поэтому они лежат отдельно в таком пакете. Я их никак не подписываю, потому что я их визуально отличаю. Все-таки это мое родное. В следующих пакетах собраны некоторые такие комплекты ниток, те, которые используются только для одного сюжета. Я их собрала все вместе, чтобы удобнее было их находить и доставать, чтобы не лазить по всем коробкам. Например, в этом пакете собраны цвета, которые используются в сюжете «Зимний кот». Точнее, у меня есть даже два пакета. Один с такими серо-голубыми оттенками и один с серо-коричневыми. И если мне нужно будет укомплектовать набор «Зимний кот», я достану эти нитки, нарежу и намотаю их на бобинки. Несмотря на кажущийся беспорядок, все эти нитки у меня учтены. Я веду таблицу в Google Docs, как и многие рукодельницы, поэтому я всегда знаю, какой цвет у меня уже есть, какого нет, какой нужно докупить, а какой заканчивается. Здесь в дальнем углу у меня лежит пакет. Здесь у меня лежат моточки с пряжей. Об этой пряже я расскажу немножко позже, откуда она у меня появилась. И я, если честно, до сих пор не знаю, что с ней делать. Когда-то я хотела вязать. Но это было еще до того, как я стала увлекаться вышивкой. Очень тяжелая штука. В основном здесь лежат комплектующие для наборов, различные каталоги, буклеты, журналы и тому подобное. В своих наборах я наматываю нитки на бобинки. И чтобы не подписывать бобинки вручную, я наклеиваю на них номерки. Печатаю на клеящиеся бумаги и потом разрезаю. Вы, наверное, со мной согласитесь, что инструкция к наборам Dimensions – это чуть ли не обязательная вещь, которая должна быть в доме каждой вышивальщицы. Визитка Foxy Stitch, которая досталась мне от ее хозяйки на формуле рукоделия. Единственный имеющийся у меня экземпляр журнала «Вышиваю крестиком», также купленный мной на формуле рукоделия «Осень 2016». Мне понравилась уютная накидка на кружку, которая изображена на обложке этого журнала. На самом деле, мне просто хотелось купить журнал «Вышиваю крестиком», потому что я никогда его не видела, не трогала, у всех он есть, и мне тоже нужно. А тут я его увидела, потрогала и решила, ну почему бы и не купить. Давно хотела, надо исполнять свои желания небольшие. Лежит он у меня, я его просто иногда пересматриваю, но не более того. Дальше я вам покажу каталог Цвайгард, который у меня имеется. Это даже не совсем каталог, а такая своеобразная карта цветов, образцов тканей, которые имеются в ассортименте компании Цвайгард. Она далеко не новая, поэтому здесь наверняка есть ткани, которые давно были сняты с производства, но тем не менее, как референс, его очень удобно использовать, чтобы понимать, какой артикул и номер цвета тебе заказать, чтобы тебе пришла именно такая ткань. Есть у меня еще один журнал, посвященный схемам для вышивки. Называется он «40 схем для вышивания крестом Лена рукоделие». Схемы здесь, ну, мягко сказать, не очень. Ну, лежит и все, и к нему я не возвращаюсь. Еще один буклет от Цвайгард от января 2015 года, тоже совсем не новый. Здесь также представлены ткани Цвайгард, только немножко другого формата. Вот, например, с узорами какими-то, а также клетчатые и более крупные ткани
от Zweigart. Еще один буклет, который у меня есть, от фирмы Gela. В нем собран весь ассортимент, который поставляет компания Gela. Различные товары для шитья и рукоделия от Hemline. Нити для шитья, молнии, ленточки, кружево, тканная фурнитура, ткани, товары для декупажа и скраббукинга, бисер Милхил, наборы для вышивки от Кандамар Дизайнс, от Марии Искусницы, конечно же, Лука С, а также различные аксессуары для вязания и пряжа. Еще одна вещь, которой я не пользуюсь, цветовая карта Мулине Финка. В ней напечатаны образцы ниток Финка, то есть здесь собраны не живые образцы, а напечатанные. Мулине Финка — это те нитки, которые я очень хотела бы попробовать. Ради них я бы даже купила набор Марии Искусницы, но пока я не нашла подходящий для себя сюжет. Целый набор почтовых пакетов. В них я отправляю свои наборы покупателям, а также различные посылки. Здесь также у меня находится много упаковочного материала, который я использую для комплектации наборов. Например, такие конверты на молнии от фирмы Эрих Краузе. Я не знаю, как она правильно произносится. Также здесь у меня лежит несколько обложек от моих наборов. Для них не хватило чего-то, либо канвы, либо ниток, либо напечатанных схем, поэтому несколько обложек осталось. Продолжение с упаковочными материалами для наборов поменьше, для формата А5. Остаточные материалы от оформления вышивок. Например, эта картонка осталась от какой-то фоторамки. Каталог с наборами от Марии Искусницы за 2016 год. Если выбирать из этого каталога, то единственное, что мне здесь нравится, это серия с домиками. Чайный, кофейный и пряничный. Вот их бы я, наверное, вышила. Идем дальше. Здесь лежит коробочка из-под конфет. Я думаю, я не одна такая, которая в коробке из-под конфет складывает всякие рукодельные штуки. Я вообще фанат коробок, и все более-менее красивые и крепкие коробочки всегда остаются со мной. Я не даю их выбросить, не позволяю никому их выбрасывать. Здесь лежат процессы, которые по каким-то причинам не были закончены, либо уже закончены, либо отложены на долгое время. Вот так аккуратно сложенные в такую прозрачную и аккуратную коробочку, которая не занимает много места. Она легко открывается и закрывается, очень удобно хранить в ней процессы, а также некоторые готовые работы. Вот, например, работа с пончиками. Мне очень нравится эта работа, и если вам интересно посмотреть про нее более подробно, то я оставлю внизу ссылку на видео, где я о ней рассказывала. Еще одна готовая работа, которая лежит у меня здесь, это зимний кот. По моей собственной схеме, видео о нем тоже есть на моем канале, замечательная работа, я ее очень люблю. Пока нет возможности ее оформить, поэтому она лежит здесь, чтобы не пылилась. Следом идет вышивка, которую я не планировала вам показывать, но раз уж она здесь лежит, то покажу канву, которую я сама покрасила, той самой краской, которую показывала до этого. Я очень довольна глубоким голубым цветом, который у меня получился. Тоже сниму видео об этой работе, она немного необычная, но мне очень хочется запечатлеть это в своей памяти. Также здесь хранится готовая работа, которая сохранилась у меня еще со школьных времен, я ее вышивала в классе в 7-м. А на этом кусочке ткани был вышит сюжет с провансом, который я распорола. Распорола большую его часть, потому что решила, что буду полностью переделывать схему, менять размерность. Везде, где видны крупные дырочки, там были крестики. Вы просто представьте, какой большой участок я уже распорола. И все это ради того, чтобы спасти основу, спасти лен, на котором это было вышито. А дальше у меня идут две папки, в которых лежат ткани для вышивки. Здесь сверху на коробке я уже подписала название и каунты тканей, которые здесь есть. В первой папке лежит канва Аида. Она рассортирована по пакетам в соответствии со своим каунтом. Вот, например, канва с артикулом 3251, цвет 705, цвет 550 и так далее. Она у меня имеется в 4 цветах. Серенький, голубой, белый и несколько отрезов темно-синий Аиды. Практически к каждому отрезу ткани я прикрепила бумажку, на которой написала каунт, цвет и размер этого кусочка. Это очень удобно использовать, когда тебе нужно быстро найти какой-то определенный отрез ткани и понять, подходит он тебе под твою работу или нет. В следующем пакете находится Аида 18 каунта. Она имеется у меня в 2 цветах.
в цвете натурального льна. Это артикул 3292. А также винтажная Аида с разводами, артикул 3793. Она имеет такой необычный окрас, немного напоминает мрамор. И еще один пакет с Аидой 20-го каунта. Это очень мелкий каунт канвы, он называется Сульта Хардангер. Как можно понять из названия, этот тип канвы чаще всего используется для вышивки типа Хардангер. За счет своего мелкого каунта на ощупь канва чувствуется как ткань. Она очень мягкая и приятная. В следующей папке у меня хранятся ткани равномерного переплетения, в том числе лен. Как я уже говорила, на папке я сразу подписала артикулы, цвета, каунты и размеры тех кусков, которые лежат внутри этой папки. Небольшой кусочек белого белфаста, который у меня остался от одной из работ, я его храню в качестве образца. Образца цвета и структуры, чтобы понимать, что ко мне придет, когда я вдруг захочу заказать эту ткань из интернет-магазина. Следом идет лен 36-го каунта Эдинбург, цвета 222. Это такой слегка желтоватый цвет. На этой основе я вышивала свои мухоморы. У него очень приятная структура, но вышивать на нем мне было тяжеловато. Глазу трудно цеплять нужные дырочки, потому что из-за разной толщины нитей иногда трудно бывает сориентироваться, куда именно нужно воткнуть иголочку. Дальше идет равномерка. Целый пакет Луганы 25-го каунта различных размеров. У меня есть она в трех цветах: белая, бежевая и молочная. На одном из кусков видно, что что-то просвечивает. Это я тренировалась. Мне нужны были образцы того, как будет выглядеть розовый цвет на такой основе. Я не стала отрезать отдельный кусочек, а просто попробовала прямо на этом большом отрезе. В следующем пакете лежит Мурана 32-го каунта белого цвета. На этой основе я начинала вышивать свои пончики. Вышив небольшой участок, я поняла, что мне не нравится получаемый результат, и я решила, что буду полностью переделывать схему, и готовую работу с пончиками вы уже видели, я ее вышила в итоге на другой основе. Если мне понадобится конкретно этот кусок мурана, я обязательно распорю то, что на нем сейчас есть, но пока нет в этом необходимости. Также у меня есть Билана 20-го каунта, это очень крупный каунт для равномерки. Если вышивать на ней через две нити переплетения, то нужно использовать минимум 3 нити, иначе будет здорово просвечивать. Она очень крупная, и на ней, наверное, лучше вышивать через одну нить переплетения для получения мелких крестиков, либо использовать в качестве основы для гобеленовых проектов. Она у меня также есть в двух стандартных цветах, белом и бежевом. Ну вот мы и подошли к последней папке с тканями. Она полностью посвящена линде. Все начинается с белой линды. Я никого не удивлю, показав ее. Несколько отрезов разных размеров. Вот, например, 7 отрезов 40x20, 80x25, 30x23 и так далее. Все эти кусочки остались у меня от нарезки канвы для наборов. То есть я нарезала линду для наборов, и некратные неподходящие кусочки лежат у меня здесь, вот все, что осталось. Также у меня есть линда в цвете 264, это бежевый цвет. На этом отрезе я начала вышивать чашку. На самом деле я не планировала вышивать ее полностью, мне нужен был лишь образец перехода цвета. В итоговом варианте чашки цвета отличаются, потому что этим результатом я была не очень удовлетворена. Это был мой такой своеобразный эксперимент. Заканчивать конкретно эту чашку я не планирую и обязательно распорю ее, если возникнет такая необходимость. В плане канвы я очень жадная. Я просто не смогу выбросить отрез ткани, который стоит не так уж и дешево. Тем более, если я знаю, что его еще можно использовать, если распороть, например, этот участок. Линда 101 цвета. Вот если вы покупали хоть раз линду от Гаммы, то вы представляете примерно, какой этот цвет, потому что гаммовская линда, она всегда не белая, а вот такая мутно-белая. Так вот, у Цвайгарта это цвет 101. Я все-таки вспомнила, как называется цвет следующей ткани, цвет ряски. Один отрез 70x50 см. Очень красивый цвет, мне нравится, но я пока не нашла сюжет, который бы смогла на нем вышить. Я всегда о ней помню и мысленно примеряю каждый сюжет на нее. И в завершении у меня идет еще один большой отрез, 1x1,40 м, сплошной, единый, неделимый, не разрезанный ни на какие кусочки, целый метр линды. Папка, который называется «Чудесный крючок». Возможно, вы узнали это название журнала, в
папки лежат, более мелкие папки. По принципу матрешки у меня тут все построено. В 2010 году у этого журнала была активная рекламная кампания. С каждым журналом шел какой-то подарок. Но это сложно назвать подарком, когда ты покупаешь его за свои деньги. С первым журналом, по-моему, шла сразу эта картонная папка. А с дальнейшими шли уже вязальные нитки, то есть пряжа, которую я вам уже сейчас показывала. Когда ты соберешь все журналы, свяжешь все кусочки из всех ниток, которые были во всех журналах, и в итоге у тебя получился бы плед. Я, честно, попыталась что-то вязать, я тренировалась, но когда журнал стал дороже, сначала он стоил 69 рублей, но с каждым выпуском он становился все дороже и дороже, жажда накопительства, коллекционирования не преодолела мои финансовые возможности, и на пятом журнале все остановилось. Также здесь у меня лежит готовая работа, которую я вышивала зимой перед Новым годом. У меня есть видео о ней. Я где-нибудь ссылку оставлю, чтобы вы посмотрели.